Мы находимся в храме Живоносный источник в Царицыно, который входит в Южное викариатство Даниловское благочиние Москвы. Находится он по адресу Дольская улица, дом 2, совсем рядом с метро Царицыно. И входит в состав музея-заповедника Царицыно и всегда являлся частью Царицынского дворцово-паркового ансамбля. Кажется, что в этом храме такой благолепный, он весь действительно намоленный, старинный, и что он никогда не закрывался. Действительно, храм старинный, построен он был еще в 18 веке по заказу политического деятеля и ученого господаря Молдавии Дмитрия Кантемира, а затем был перестроен его сыном Матвеем Кантемиром, который был и похоронен здесь. Но на самом деле в советское время храм закрывался и более 50 лет не действовал. Но в 90-е годы силами приходской общины под руководством протоиерея Георгия Бреева удалось заново восстановить храм во всем его благолепии. Вот мы видим, какая красота, какое благолепие, какая позолота. Все блестит, здесь всегда много народу. И вот действительно храм предстал для нас во всей своей красе. Ну, можно всегда поставить свечки, помолиться, купить иконы, шоколад даже есть. Такой купол. Также многочисленные книги, мы видим в витражах. Да, вот на любые темы, и о святых, и о богослужении, и так далее. Храм работает ежедневно. Утреннее богослужение начинается в 8 часов, а вечернее в 5 часов. В праздники и воскресные дни бывают две службы. Настоятелем сейчас является священник Олег Крытков.